Вот, переключатель. Вон она тварь, вон она тварь! Ксюха! А у меня со здоровьем беда, вообще беда за беда. Подхиляйся! Да, добро пожаловать в игрушку Дрейк Холлоу. С вами Калл Дариди и Пеппер Плей. И это вторая серия. В этой серии мы с вами разовьем лагерь до 4 уровня и также поизучаем новые острова. В общем, будет интересно. И еще у нас скоро нападение, буквально через 30 секунд. И у нас начали ребятишки болеть немножко. Да, это плохо. Поэтому нам нужно будет быстро все облутать, найти им что покушать, что попить. Вот. Ну-ка иди сюда, куда пошел, иди сюда, буду лечить тебя. Тут еще есть немножко воды, Ксюша, они все выпили, они все съели. Так вот оно обычно и бывает, да. У большой семьи клювом не щелкай, кто вперед, того и тапки, и все. А колодец на двоих, ты говоришь, да, только на двоих? То есть нам надо, нам надо минимум... Ты посмотри, они в грядках все сожрали уже. Да? Ага. У меня нет еще чуть-чуть семян. Вот, вот пришел уже, вот сейчас смотри, сейчас будет копаться. Понятно. Все, приближайся. Я вижу, готовься. Откуда пойдут? Сейчас мы отобьемся. Рейдовая атака 8. А что значит 8? Что значит 8 от него? 8, наверное, монстров. Они грядки, смотрите, кушают. Так, Ксюха, ты одна отбиваешься. Так, вот он. Нормально. Так, кто еще? Вон он, кровать. А, четверо, да, их. Легкотня. О, здоровяк. Так. Один еще кто-то. А, вон он! Нифига, он мастерскую жрет, тварь! Бей его! Отлично. И нам подарочек дали. Дайте попить что-нибудь, еду какую-нибудь. А, что это? А, новое оружие. Лопата для пиццы, вафельница. Фух, все, нам надо не мешкать и бежать, потому что скоро они у нас опять начнут голодать и так далее и тому подобное. Они очень прожорливые ребята. Ой-ой, тут немножко это глубоковато. Так, значит, мы идем на карту. Левую часть мы исследовали, сейчас мы идем на Тремор, там все зачистим и потом пойдем на новые локации. Да. Ты готова? Подожди, я сейчас сделаю себе... Ой. А талисман для эфира, наверное, сделаешь три штуки. Все, прожимаю. Да, все, врубай. А, подожди, это не то сейчас. Вот, все, пойдем. Сейчас мы быстренько все облутаем. Вот у меня вверху слева, посмотри, там какая-то у меня записка, письмо. Что это значит? Может быть, мы что-то не прочитали. А это вообще нужно? Не знаю. Еда. Ой, я не заметила его. Да, еда нам нужна. Так, теперь нам куда? Мы сразу не дойдем. Кстати, там остров есть. Давай через остров пройдем. Готовы? Ну, врубим, если что, еще. Давай, побежали туда-туда. Островок. Я... куда, Ксюша? Ну, я иду! Пошли. Ты не уходи, я говорю, что я отстал, я могу вернуться же. Отстал. Я не знаю, почему. Бежим. Так, придется еще, давай я еще, сейчас прожму, нормально. Беги. На шифте. Так. А, тут получается мы облутали, да? Пойдем. Все равно, я еще прожму. Ты идешь? Да. Сейчас, не волнуйся. Господи. Я так это под контролем. Боюсь, капец просто. Забавно. Так, ну все. Я, оказывается, это облутал, вот этот островок. Там, кстати, хороший лут подается. Может, что-нибудь, кстати, заспавнилось? Подожди, а мы уже на новом острове, это Тремор. А, мы тут были, но мы тут не зачистили. Давай зачистим это все дело. А, мы не дочистили его? Да, ну да, 12 аж целых. Давай так, сделаем. Почему это сюда ведет? Почему сюда ведет? Что здесь? Это я метку поставил. Здоровяк. Ах ты. Блин, патронов нету. Отлично. О, собирай. О, все, понеслась. Вижу. Так, мы сейчас тут еще облутаем. Смотри. Всякие ништяки. То мы тогда не совсем понимали, что значит степень заражения, где их искать, как это все выглядит. Теперь уже более-менее разобрались. На X не забывай нажимать. Ты так же делаешь, чтобы увидеть.
Я пока вижу, что где. Так-то да. О, там большой, если что, аккуратнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, большой. Гвоздодер прикольный, слушай, очень мощный. Да, он прям... Быстро. Ну. Кто крюкает? Тут прям много их. А я думаю, они тут и все и скопились. Ну, хорошо бы. Вот 6 осталось. Осталось 6. Как раз мне кажется. А там собака, бегает. Да, вижу. Она не может вылезти. Она там застряла. Блин, как прикольно вообще гвоздодер, мне нравится. О-о-о-о-о, аккуратно. Да, близко нельзя. Последняя, да, Ксюша. Все. Так классно, что тут все близко. И в конце, если ты очищаешь, смотри, нам подарок дают. Подарки? Это хорошо. Что это такое? А, подшипники. Или шарики, я не понял. Так. Так, и что? Ну все, мы зачистили, да, его. Тот, смотри, что тут можно найти? Тут всего лишь два предмета. Это такой скудный остров, видишь? Если ты наведешь на остров, ты видишь. А, еда и грибы. Тут еда, кстати, это остров богат едой. А где грибами? Грибы? Травой. Тут надо пробежаться, сейчас посмотрим. Может быть, они тут уже выросли, новые грибочки. Ну-ка, шнурки. А, семечко капусты. Посмотри, машины тоже можно лутать. Местные кладбища, короче. Так, вот в церкви мы все облутали. Я думаю, на X надо пробежаться, так лучше видно. Отдалиться. Так, вон я вижу впереди машина. Тут, по-моему, все, да, уже собрали. Угу. Было прикольно какое-нибудь яблочное дерево или дерево с грушей, чтобы можно было как-то еду добывать. Подолый, в общем. Да. Собака. Собака вижу. А ты что, прям издалека попадаешь? Да. Ты забыл, что я самый метрый стрелок на Диком Западе? Так, ну ясно. Хорошо. Так, Ксюш, по-моему, мы тут все облутали. Так, знаешь, что ж, нам тогда надо бежать. Вот он, в принципе, рядом, вот островок, он неисследованный. Вот так, вижу. Можешь пометить, чтобы это проще было на Е. Готово? Угу. Раз, два, три. Пойдем. Что? Я думал, это ты застрял. Локация обнаружена. Что это такое? Путь патриотов? А, вон он сзади! Я думал, что такое? Ох ты ж, зараза-то какая! Ворчун. У меня боеприпасы кончились. Так, надо другой шарики поставить. Кстати, подожди, а у тебя фуловое здоровье? Скажи, пожалуйста. Ну, совсем чуть-чуть. Вот смотри, вот это хорошо. Стой здесь, я посмотрю, ты вылечишься или нет, если рядом будешь? Нет? Не вылечилась? Нет. А я вылечил. Значит, только это эгоистичная хилка. Эгоистичная. А это тебе не резидент. Так, новый остров, ребятки, новый остров. Тут должно быть много вкусного. А какая-то да, степень заражения? Да, тут можно все лутать. 11. 10. 10 осталось. Уж какой. Так, тут можно и машину, все подряд бей сейчас. Угу. Так, это страница. Записи от Сары Хоу. Я так оставлю, может, ребятам будет интересно почитать. Сколько у меня уже древесины? О, какие-то листики, слушай, я еще добываю с деревьев. Да, листва нужна. Собака, иди сюда. Куда пошла? Сюда, иди, говорю. Блин, сок вообще не попадает. У тебя много здоровья? Нормально. Он спамит их, слушай. Да, ты же только сейчас заметил? Да. Он их призывает, это некромант. Так, какой-то. Подожди, Ксюша, а тут может же быть... Что тут, смотри, тут есть тайник, тут есть два тайника... Грузовики снабжения еще есть. Вот ты можешь принять, смотреть, какие можно здесь найти. Записка одна. Просто наводишь и смотришь, что тут можно найти. Угу. Грузовик тут должен быть. О, а что там такое? Вон грузовик, кстати. Семечка капусты. О, я семян много нашел, прям хорошо. Отлично. По помойке, Ксюш, шарься, там много полезного. Хорошо.
Так, куда у тебя? Можно кого-нибудь подключить? А, вон вижу тебя. Ну, это, короче, сейчас отсюда никуда не подключить, надо путевые точки делать. Кстати, а можно сейчас сделать? Давай попробую сделать. А как, Саш, мы не можем сделать, пока у нас нет этой чудо-мастерской работающей. А, понятно. А до этого нам нужна фигня для производства энергии. Угу. А до этого нам нужен чертеж. Ясно. Мы сейчас найдем, надо бежать просто. Не забывай на их жать, чтобы издалека видеть все. Так реально проще. Больше чего замечаешь. А вот, подожди, грузовик снабжения нашел еще. Ну вот их можно соединить. Наверное. Так, ну попробуем. Там большой ходит. Ой, Ксюша! Ау. Помоги! Ксюха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Их много, очень много! Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу! Офигеть! А чё их так много-то? Ой, блин, капец! Побегай, бегай, бегай! Ты можешь бежать и хиляться, Ксюш! Можешь бегать и хиляться! Угу. Ё-моё, нормально живём. Капец, я чуть не умер! Я чуть не умер! Всегда с собой хилку таскаю. Капец, сколько я бегу помогать! Бегу помогать! Так, я хиляюсь. Патронов нету! Мать его, патронов нету. Да, патроны у меня кончились. Ах вы, говнюки! Так, я от мелких избавился. Все, я на себя часть урона взял. Ксюша, не забывай хиляться, пожалуйста. Аптека пускай у тебя всегда будет. Ты можешь бегать и хиляться. То есть от них убегать и хиляться. Я уже рядом, я уже рядом. Сколько у тебя здоровья? Билась. Сейчас. Отец. Там собака еще ходит. Ксюха, это очень важно, научиться сейчас тебе хиляться. Блин, это было близко. Я тоже это... чуть не умер. Еще два мелких, правда. Куда стали? Еще один. Так... Откуда вас столько? Я не знал, слушай, откуда. Что-то логово у них какое-то, что ли? Так, я пробую сейчас вот это соединить, ну-ка. Подключение снабжения. Грибы. Так, как соединять пробел, да? Слушай, ну я не могу соединить ни с чем. Ну, значит, не достает до него. Да, нужно дополнительно. Еще одна собака, да ёб твою! Налево. Ау! Не... Вот эти самые бесячие вот эти собаки. Так, у меня еще один из патронов. А, назревается, Ксюш! Да. Там на игру опасная очень. Слушай, ну это уже, да, это уже сложнее становится. Еще кто-то рычит. О, сок нашел. Ау. Один. Я один сок нашел. Пойдем в дом. Пойдем, самый интересный дом. А это что такое? Что такое? Что такое? Коробочки тоже смотри. О, еще один сок. Выстрел из мушкетона. Слушай, у меня 4 сока уже. Ну все, пацанята будут рады. Нам надо чертеж по-любому найти, только о, тогда возвращаться. Это кто выстрел из стульев, смотри. Че? Стульев выстроен на башне. О. Интересно. А там лут наверху, смотри. Ну, там ты делал. О, еще сок нашла. Я думал, можно сверху взять. О! Кто-то умирает, Ксюша, посмотри, у нас. Кто умирает? От жажды, ну посмотри с правой стороны. А, бедный, блин, давай быстренько лутаем этот, и надо возвращаться им. Дом вернемся, да, а потом опять сюда. Давай, да, сохраним, бедолашку. Я сока, в принципе, налутал. А кирпичей-то мы налутали, Ксюш? Можно продать и колодцами, если что еще сделать. Да-да-да, надо им наладить это. Пока нормально, он еще живет, мы сейчас успеем. На крышу ты можешь как-то попасть? На крышу? Это где было? А, можно вот отсюда, кажется, да? А, не, через другие. Угу. По-моему, вот отсюда. Так, и куда она ведет? По-моему, на крыше должен быть. А что, выше можно? Черт. Блин. А, вот я нашел. Гвоздомет нашел. Кажется, нельзя, он тут. А я мушкетон. Так, а можно, в принципе, телепортироваться?
Ну да, мы можем, в принципе, давай пока еще, пока вроде бы с ним все в порядке. Я могу, сидит. Кстати... Хорошо. У меня много сока, так что все нормально будет. Че это? Что-то есть тут, да? Или нет? Я записка от Сары Хоу, прибытие. Первое, что я услышала, когда пришла в себя, было пение птиц. Но когда я открыла глаза, деревья выглядели странно. Они будто протягивали ко мне свои ветки и баюкали меня. И еще был шепот. Я будто была спрятана в кроне дерева и с удивлением наблюдала, как мои истязатели проходят мимо. Когда они ушли, меня мягко опустило на землю, но я знала, что опасность еще не прошла. Я не знала, что делать и куда идти до тех пор, пока птица не заговорила. Я думала, что схожу с ума, но последовала ее совету. Это спасло мне жизнь. Ксюша, давай, знаешь, как сделаем? Давай я быстренько их покормлю и вернусь, потому что у меня сока много я нашел. Попробуй долутать остров, ты сможешь? Тут еще 5 заражений. Давай. Вот тут, кстати, смотри, ты вот эти коробки не собираешь. Посмотри, чтобы заметила. Видишь, где я? Вот, вот эти наблюдай. Там был тоже. Там сок, может быть. Если есть сок, не собирай. Я соберу, чтобы их им отдать. Слушай, а я могу как-то выкинуть свои предметы, например? Ксюха, ладно, могу бросить. Ну-ка, посмотри, Саша, смотри. Вот. Забери сок. Все. А, подожди, сейчас. Вот, все, вот, еще выкинула я. Вот все. Это вот все забери, всю еду, короче. Что ты выкинула? Я не вижу. Я, наверное, собрал. А, вот, все собираю. Семечко капусты. Семечко моркови. Ну все, я тогда пошел, Ксюш. Подожди, вот это еще забери. Все, так, они все будут собрал. Живы, целые. Так, смотри, уже очень мало у него. Все, я тэпаюсь, Ксюш. Давай. Я пока я тут вернусь скоро. Буду. Давай. Так, все, я тэпнулся, сейчас буду говорить, что делаю. Кормлю их. Еды много, половина еды, половина есть питья у них. Что-то не понимаю, где-то музычка играет, а музычка играет, когда какой-нибудь прикольный лут, а где он находится, не пойму. Ну да, возможно. Так, шанс создания дополнительных источников воды. Чего? Дровосек, ну ладно. У него еще подарок какой-то. Так, получаем подарок. О, вафельницу мне дал. Ой, у них вообще так мало здоровья. Они бегут, еле бегут. Я потом посмотришь. Один вообще... Ой, ему очень плохо. Ну там же вода есть. А что мне сделать-то ему? А почему он не идет за водой? Ты можешь подлечить его, ты с ним повзаимодействуешь. А, да? Там вроде подлечить можно. Может быть, его можно подлечить, и он это... Вылечить мандрагора, да. Сейчас я вылечу его. Спасибо, что сказала. Да, я его подлечил. Так, кристаллы я тогда не буду отдавать, при тебе отдам. Так, бедолаги, я сейчас всех вылечу. Да, я сейчас всех вылечу. Все, у них вода есть, сейчас они будут хорошо жить. Нападений нет, так что все. А, посадить, да? Так, я, значит, сажу капусту. Ух ты, я нашла тележку с фиолетовым лутом. Прикольно. Все, она балакала. Так, и знаешь, что нам, как нам? А колодец. У нас есть для колодца материала? Ксюша, нам камень нужен, камня у нас нету. А что там у тебя с блестяшками? Так, 31 мало. Как создавать, пожалуйста, скажи мне. С... Что создавать? Что именно? Строить? Да, не, камни и все такое. А, ну тоже С и потом Tab. Так, ага, вот. Подтверждаю. Лечебную мазь обязательно создавай, Ксюш, обязательно. Угу. Нам нужно без нее никак. Призрачные чары. Так, да, надо сделать, потому что у меня она закончилась, между прочим. Все, Ксюх, я выдвигаюсь к тебе. Так, что у нас тут осталось по заражению? Всё, Ксюха, решили? Я прям напрямик бегу. Ага. Блин, тут так красиво, но опасно. Я прям через воду бегу. Напрямик. Я уже вот третью сейчас потрачу. Так, третью трачу. Ну так будет быстрее. Так я быстрее попаду. Кстати, тут, может быть, я облутаюсь. Тут есть какой-то вроде бы островок. Да, Ксюш, тут островок есть. Лутай. Это даже не островок, посередине. Что?
Сундук посередине просто был в море. Я облутал его. А его да. Так бы я бы его не нашел, если бы не пошел. А, я, наверное, не успею, плюс. Может, успею дойти 3? Не, не успею. Лучше потрачу. Да там пару метров было, но пришлось дополнительный кристалл потратить. Хотел сэкономить. Нужен живым и здоровым. Так, ой. Ну да. Так, ты, Ксюш, тут все облутала? Еще 3 у нас заражения тут осталось. Я еще... Так, посмотрим сейчас. А внизу есть? Нет? Внизу? Вот по-любому они где-то по бокам. Внизу, да, надо по периметру пробежать. Я думаю, они там рядом все 3. Ксюш, чертеж нашел, чертеж! Я спускаюсь. Ой, хорошо. Вон внизу. Его фиг найдешь, он в таком месте. Наконец-то. Мы сможем быстро теперь по островам этим бегать. Так, мы сейчас сделаем этот... Знаешь, Саша, что предлагаю? Сейчас мы его долутаем, этот остров. И... Что это такое? Так, и соседний мы можем полутать. Давай соседний полутаем, потому что я только пришел. Да, соседний полутаем, и потом... А, вот, нашла я заражение. И потом уже... А, они прям в воде. 2 штуки. В воде? Опасно. Так. Прочность. О, тут еще и лут поющий. А ты им построил колодец или у нас камней? Камней нету. А-а-а. Я вот металлолом нашла, блин, камень нужен. А где камень-то добывать? А вот такие вот лутецкие искать, которые... Так, ну в принципе это мы тогда облутаем, получается. Быстрее бей, пожалуйста. Они прям в воде находятся, эти заражения. Ага, я понял. В эфире в этом. Сейчас придется еще тратить. Это точно к этому острову, да? Точно к этому острову они? Да, остров очищен. А, лут ты забрала, да? Ну, да, вижу, очищен. Собака побежала эту. Грузовик снабжения. Ворчун этот. Так, смотри, давай тогда вот эти 2 еще облутаем быстренько. Они все равно накормлены. Там еще один чертеж и вот этот маленький. Вот эти мы сейчас облутаем, 3. Угу. Видишь, один маленький, мы вообще быстро его. Что это такое, блядь? Подсвечник. Ну это я выкинул, можешь, смотри, если надо. Ну-ка, покажи свою кирку. Прикольно. Вот. Так, ну побежали? Я за Шахтерского края, поэтому мне нормально. Так, следующий большой остров, а потом будет маленький. Тут будет тоже чертеж. Я же с Кузбасса все-таки. Ты беги, я же контролировал. Все успеваешь? Угу. Мельницы Белбора. Так, сколько здесь у нас? Прямо издалека. О, смотри, смотри. Промазал. Угу. Вот так вот и тебе. Куда пошел? За лутом. Все нормально. Тут же можно допрыгнуть. О, какой здоровенный. Это как завод какой-то. Да? А я с другой стороны сейчас зашел. Да, вижу завод. Бы... Завод. Блин, хоть бы найти этот, как его. Ксюша, кирпичи! Камень. Кирпичи! 15 нашел! О! Кирпичи! 12! 12 пошли. Кирпичей! Офигенно! Наконец-то. Тут тортик есть какой-то. Тортик? А, там одежда, джинсы. Мне дали джинсы. Какие? А камни? А какие-то серые плохие, простые. Так, ну ты заходи в здание, я зашел. Я с другой просто стороны. О! Что такое? Тут монстров до хрена зареспавнилось. Так, я уже здесь. Тихо, спокойно.
Так, ну все, вот и отбились. Фу, господи, так, я господи, только зашла, они... Вон один бегает еще. Они как все тут... Ай! Ай! Из мушкета тоже хороший такой, мне нравится. Мощный. У меня со здоровьем все плохо. Ксюша, ну подлечись. Так у меня не с чего делать это, подожди. Фух, целебная мазь, мне какой-то нужен... Такой трава, которая фиолетовая. О, как он больно бьет! Блин, ну они сильные, слушай. Ну да. Меня чуть-чуть не убил. Собаки эти меня больше всего бесят, потому что они еще взрыв... Вы нашли рюкзак. Я рюкзак какой-то нашла. Что за рюкзак? О! Так, мы сейчас тут два острова лутанем. Какой рюкзак ты нашла? Вот. Одела его. А, ну это просто как скин, я не знаю. Ну да. Для вида. Что здесь интересного? Так, я вот наверх поднялся. Коробка. А что за звуки такие? Бум. А, это мое здоровье, так косо. Можно еще выше, можно на крышу подняться. Страница из дневника Нобеля Мейсона по достойной цене. Многое я потерял в этот печальный день. Моя жена и ребенок погибли из-за предательства Сары Хоу, ученицы акушерки. Подробности последних дней богохульства, поэтому я боюсь их описывать. Неудивительно, что невидимый мир жаждет возмездия нам, добрым людям суда уничтожителей. Цена была высока, но я увижу спасение этого города. Неважно, чего мне это будет стоить. Красивые тут виды. Я, Ксюш, еще чертеж нашел. Наверху, на самой крыше. Подбираю. Кстати, чертежи не так... Блин, сложно искать чертежи, в общем. Они незаметные такие. Так, ну я не знаю, завод вроде облутали, там ничего больше не видишь. Капец, мне очень нужна фиолетовая трава. Посмотри, может быть купить, еще можно купить целебную мазь, потому что без нее очень сложно потом будет. Вот фиолетовая трава, иди сюда, Ксюш, ко мне. Я тут сока много нашел. Нашел двое. Шлемник, да? Да. Иди сюда. Бери. Все, я живу. Так, сейчас я сделаю целебную мазь. Мне еще две штучки. Так, и у нас остался последний остров. А тут, подожди, мы все облутали, нет? Сколько тут? А, 4 заражения тут еще. Давай быстренько найдем. Все, подлечилась. Можно будет возвращаться. Так, 4 заражения, Ксюх. И потом вон туда пойдем, видишь, там какая-то школа или что-то такое. Школа? Ну, какое-то, видишь, здание напротив. Я думаю, что мы сейчас, когда вернемся в лагерь, построим все там, ну что ну, да, мы можем построить, и у нас будет 4-й уровень запросто. Я думаю, да, так оно и будет. Ну, раз уж рядом, надо будет ближайшие грибы еще обмотать. Вижу. А вон где заражение, и грибы еще. Грибы сколько, скажи, там заражения? А, здесь 4. А, ну вот 4 есть. Надо нам. Рядом машина, кстати, можно облутать ее. Так, все. Семечки, капуста, отлично. Ксюха, Ого. Так, мы очистили или нет? Я не понял. Сейчас скажу. Нет, еще 3. Ты же сказал 4. 3 написано. Что какая-то машина? Опа, вон, вижу одну. Ой, я чуть не погиб. Я чуть не погиб, боже мой. В смысле? У меня просто хил был на 3-м слоту, а я упал в воду. Я еле как... Лучше держи на всякий случай эфир. Ну, порой лучше аптеку держать. Главное, нужно научиться быстро это нажимать на троечку, чтобы нужно выбрать. А, вижу. Вон последняя. Последняя или вторая?
Последняя. Там внизу, кстати, большой ходит монстр. Ну, надо убивать. У него хороший лут. А, вот я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Все, убил. И пьем. Награда. Кеды. Кеды дали. Сейчас я одену внешний вид. Ботинки. Так, ну все, острова мы все залутали. Вот этот последний лутаем. И возвращаемся на базу. Говорить. Так, тут можно забраться, я думаю. Так, прыгай. Так, куда нам? Я метку потерял. Сюда, по-моему, да? Я ошибаюсь. Да, вот, все-таки там сюда. На маленький островочек. Да. На маленький пойдем. Ну да, пойдем на маленький. А потом вернемся, да? Так, готово? Может, тут какой-то босс будет? Улица Надежды. 15 штук. 15 штук? Ну, тут они прям рядом все. Будь аккуратны, тут монстры могут быть. Ну, кстати, видишь, Саша, вон там вот эта вот какая-то часовенка, может, там что-то есть, интересно. Да, да, да. Пойдем? Хочешь посмотреть? Сейчас. Пойдем. Так, сейчас вот это давай, давай добьем. По пути добьем. Да. А на нас потом поднимемся. И вот это давай еще. И так хрюкнуть забавно. Так, а, готово? Давай, раз, два, три. Так, сюда. Ну, что тут? Сундучок. Все. Все? Все, да. Готово? Точно? Не знаю. Ага. Ну, вроде ничего нету тут. Наверх туда никак не забраться, на шпиль. Я думаю, нет. Ну, так, пошли обратно. Сейчас мы болтаем. Тут два чертежа, мы можем много чего построить. Интересно, а какое-то выдаст задание нам потом? Другое? Я думаю, да, другое будет задание. Я прям уверен, когда мы все это облутаем, все острова, что-то должно еще появиться. Мы должны, по идее, потом что-то куда-то дальше отправиться. Прикольно. Потому что, значит, слишком бы короткая игра была. Ну да. Ну, мы уже за две серии, получается, ну или за три, там, облутали почти половину. Одну треть точно. Поэтому это далеко не конец игры, когда мы пройдем, ну, вот эти, исследуем все кстати, острова как, здесь. Как раз, Ксюша, смотри, а нападение будет скоро. Через 5 минут. Да, мы как раз успеем. Лучше издалека, да? Собаку эту сутулую, короче, я и... Расстреляла просто. Блин, гвоздомет, короче, офигенная штука, согласна. Быстро тратится, правда, патроны. Да. Но очень эффективная. Так, осталось 3. О, копление светокамней собаки. Семян просто дофига, семян куча. Это отлично, это еда куча, ребятишка. Так, так, так. Я прям часто на их жму, чтобы осмотреть. Чего у них что-то с развлечениями там плохо еще к тому же. Надо им еще мячики построить. О, нашел, мне... Ксюша, смотри, на камне чертеж. О, вижу. Это у нас что, 3 что ли? 3 чертежа, да, уже. Прекрасно. Сейчас посмотрим, чем мы это сделаем. Мы по чуть-чуть будем, пока сразу не будем все изучать, чтобы вдруг, ну, на пятом уровне что откроется. Посмотрим. Рваные джинсы. Рваные джинсы, одевай. Ну-ка, что за рваные джинсы? Так. Штаны.
Я, наверное, тэпусь. Давай тэпнемся, не будем. Какие? Те лучше были. Нормально, нормально, давай, тэпаемся. Мы все зачистили, да, получается? Угу, так мне надо создать, конечно. Все, тут ничего больше нет. Да, просто... Смотри, но если мы пойдем пешком, мы тоже много потеряем, согласна? Да. Это же нам через воду перебираться. Поэтому лучше растэпнуться, я считаю. Так будет даже дешевле. Все, возвращаемся, да? Да, они уже больные, кстати. То я одного подлечу. Зеленый подошел посмотреть. Все, у нас четвертый уровень лагеря. Да. Нам надо постепенно. Ой, 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 сколько всего. Да, повышение лагеря, ребятки, до четвертого уровня прокачались. Пишут, да, сразу обрадуются и давай играться. Кворн нам, наверное, надо будет подойти. Пойдем, мы сходим, что он там теперь нам. Смотри, что такое разблокированная ячейка для улучшений какие-то. Да, да. Что-то да, новое. Да. Вот он, ворон, давай возьмем задание новое. А где он? До подростка мы учим. А, мы Неппер. Пеппер. До подростка. Да, Пеппер. Улучшили. Так, ну давай, подходи к Ворну. Поговори с ним. Ничего себе, вы только посмотрите. Вы действительно здесь все преобразили. И уничтожителей не видать. Может, они вымерли? Пришло время настроиться еще раз. Просто поднимитесь к алтарю и начинайте готовить. И глазом моргнуть не успеете, как мы вернем вас домой. Вот, кстати, вот этот вот ритуал, если мы его проведем, мы отсюда телепортируемся. Поэтому пока, я думаю, предлагаю не сильно торопиться и доисследовать, может быть, острова, а потом уже... Да, согласен. Мы, ребят, сейчас все вот это, я думаю, это нам пригодится, мы же будем улучшаться. И мы уже на новые локации, на новые острова придем уже такие все прям... Да, я думаю, ребят, вот это мы все обязательно облутаем, вот это все. Давай сейчас лучше построим всякие постройки. Посади клумбы, пожалуйста. Так, сначала. Пусть они, давай. Чтобы им было что кушать. И в котел сгрузи, что у тебя есть. Так, сейчас. Чтобы они у нас морковка. Это... Капуста, всё, есть, что покушать. И что, мы должны построить энергию, да? А мы открываем тогда... О, полезная вода, что? Нифига... Так, смотри. Нифига какая себе полезная у нас вода. Всего. Я хочу колодец еще один построить, как думаешь? А зачем? Думаешь, не надо? Подожди. Слушай, ну знаешь, что открылось? У нас открылась какая-то полезная вода. Водяной насос для откачки испорченной воды и водный переключатель. Это из нового. Потом какая-то еловая шишка и сосновая шишка открылась. Нам на что надо? Нам нужно... этот какого? Ну, нам энергия. Надо. Клумба в ванной, в смысле? Энергию что, открываем, да, чертежом? А где она? Открывай. О, ванная, слушай, ванная 2 чертежа стоит. Нифига. А что она дает? Она... Подожди, а что она дает это? А, клумба в ванной. Клумба в ванной. Смотри, строит беговую дорожку. Вижу. Насос для откачки испорченной воды. И где ее ставить, подожди? А вот я не знаю. Тоже нужен металл. Ну, один металл, в принципе, можем докупить один. Угу. У нас воды нет, давай я открываю. На, попробуем. А, подожди, 4 металла, нам не хватит. А у нас сколько? А что такое водный переключатель? А вот не знаю. И что с этим делать? Ой, смотри, он побежал! Бегает, да-да-да. Он энергию будет добывать. Прикольно. Бегает. Слушай, реально мне нравится взаимодействие. Атака, Ксюх, готовься! Ага. Мы забыли. Где эти черти? Вижу одного. 11 уже их. Фига себе, он бегает! 5 уровень, гад. Собака, иди сюда. Попал паразит. Шестого уровня, ё-моё. Угу. Сейчас посложнее стало. Я предлагаю какую-нибудь турель лучше сделать, Ксюша. Там же есть
что-то такое, чтобы отбивать. Да капец! Ух, сколько! Все, Ксюха, не раздумываем, делаем турель. А что, тут есть турель? Да, какая-то поддержка какая-то должна быть. Ах ты собака, вот реально собака! Ой. Мы строили, они хотят разрушить это все. Хотят. Они колодец жрут! Там еще собака, клумбу жрет! Ой. Ништяки. Вот это тварь, а. Мне же здоровье опять к чертям. Так, ну да, мазь нужна. Ложить нечего. Какие они проглоты, слушай. Это ужас. Так, и как получать энергию? Ну вот энергия, что? Ой! Ты тоже можешь ходить? Да. Я вижу, да-да-да. А попробуй, может, ты добудешь? Кардио-тренировки. Почему энергия-то не добывается? Мы опять что-то... А вот сейчас, подожди, сейчас вот, смотри, вот видишь показатель энергии вот тут? Вот все сейчас заполненный он, допустим. Что с этим делать? Может, как надо привести, слушай. Как добыть энергию? Я думаю, надо провести как-то. И провод, что ли, какой-то должен быть. Требуется энергия. Вот, я выработала энергию. Так, ну да. Как-то подсоединить, что ли, это все надо еще? Я думаю, да, надо подсоединить. Беговая дорожка пере... Ой, выйди! Что это? Выйди! Ты смотришь это? Да. Я к кристаллу подошел. А это у нас что, мы сейчас ритуал проведем? Что с ними? Не знаю. Победить тварь? Мы пока не будем побежать. Саш, короче, смотри, получается у нас... Вот, переключайте... Вон она тварь, вон она тварь! Ксюха! А у меня со здоровьем беда, вообще беда за беда. Подхиляйся. А нечем. Нифига себе, что это за черт? Это босс. Я еще подниму, ты где? Лежу. Где лежишь? А я возродиться в лагере же могу. Готовься, Ксюша, будет задница. И все, и полное здоровье, нормально. Надо отбиться от них. Вот эту главное убивай. Быстрее, объем лучше будет. Вон она. А, вон она. Есть, чем, есть чем стрелять? Да. Ой! Тихо. Так, подходи, прям стреляй. А, ноль, не канает, он в защите. Ё-моё. Ой. Надо уничтожить, да, сначала. Готовься стрелять, Ксюха. Нечем. Ау. Ни хрена себе, тварь. Мне тоже нечем, придется в рукопашку. Ладно, мы в любом случае возрождаемся, если что, здесь же. Беги, Ксюш, помогай. Ксюш, ты мне нужна. Молодец. Просто добила. Я раз прыгнул, он меня отбил. Второй раз прыгнул, отбил. Получил достижение, охотник на ведьм. Охренеть. Здоровья уже очень мало. Ух, так жесть. Подожди, ничего не произошло. Мы все еще здесь, это хорошо. Одну кровать сломали нам. Так, ничего страшного. Ксюха, мы все еще на этом острове, так что нормально. Ух, переключатель энергии, возможно, это и соединить. У нас как открываем? Так, открывай, да-да-да. Но нам нужен один металлолом, чтобы его... Целебная мазь. Я пойду посмотрю. Ксюша, а у тебя есть этот тысячелистник? Если есть, скинь мне.
Белый. Тысячелистник. Белый такой. Ладно, сейчас, я куплю сейчас, тогда. Сейчас. Ладно, давай, Ксюш, я попробую, может, куплю. Ты уже скинула? Да. Я посмотрю, может быть, что-нибудь надо еще купить. Давай я сок, не знаю, куплю. Давай сок куплю. Ну тут нет тысячелистника, я сок куплю. Сейчас им отдам. Там валяется. Так, металлолом 35. А, давай что-нибудь продам, чтобы купить. Все отлично. Мне надо 20. Так, а, вот это вот продам. Потом продам. Так, все, цели у меня мазь. А, нет, телепорт. Че? Лопату давай продадим. Вафельницу продадим. Так, металлолом куплю. Так, все, я открылся. Так, а мы можем провести, да, сейчас электричество? Сейчас проведем. Я купила металлолом. Строй. А... Переключатель энергии. А, все, вижу. Может быть, надо между ними как-то? Или пофиг вообще? Давай сюда поставлю. Так, малышня. Где они? О, бежит один. Же штука и как их соединять? Это дорожка. Так, ну мы зарядили, надо как-то соединить, да, их. Хм. Как это работает? Так, а мы же можем как-то переместить что-нибудь? Так, ну с этим мы, я думаю, разберемся в другой серии, да? Я думаю. Да, надо будет сейчас как-то выяснить, каким образом нам сделать так, чтобы... И давай Ворона тоже на следующую серию оставим, мы с ним поговорим и все такое. Потому что, мне кажется, если мы с ним поговорим, то мы куда-нибудь улетим. Да, тогда не будем разговаривать. Мы, ребят, мы сейчас в следующей серии вот эти все острова, я думаю, мы быстренько все облутаем, быстренько прям. Интересно же. Да. Вот. А потом уже поговорим с Вороном. И будет самое интересное у нас. Да. Да подожди, ты вот это можешь разобрать? Это... Так вот. Ну все, будем прощаться. Сегодня была насыщенная серия. Мы с боссом воевали и победили его. Тут будет еще много, видимо, боссов. Ребят, обязательно советуйте, вот как там провести электричество, потому что у нас много возможностей откроется, если мы разберемся, как это все делается, настраивается. В общем, в следующей серии будет много чего интересного и продуктивного, полезного для информации. Ссылочку на Ксюшу я оставлю под видео под описанием. Подписывайтесь обязательно. Вот. Всем пока. Энергия-то она уже, да, заполнилась. Все, Ксюха будет тренироваться, и я не буду мешать. Я пойду лучше посмотрю. Все, всем пока-пока. Пока. Место есть.